принципе, я считаю, мы большинство времени контролировали игру. Вот, потом опять же удаление и пропустили два гола, проигрывали. Нашли все силы отыграться. Считаю, заслуженно победили. Ну, было много удалений, и ни одного гола не забили. Вы в большинстве тренировали этот компонент? Мы его тренировали, просто много ребят не играло, там последние игры, наверное. Нужно было больше тренировать, или нам нужно еще больше большинства зарабатывать. Не знаю, но думаю, впереди самые главные игры, надеюсь, там наладим большинство наших. Три поражения в зеленом дерби до этого было. Был ли какой-то вот в связи с этим особенный настрой? Хотелось ли вот завершить регулярку победы или все-таки наигрывались перед плей-офф больше? Ну, конечно, для уверенности перед самыми важными матчами хотели порадовать болельщиков и себя. Вот. Плюс, возможно, будем играть первый раунд с Казанью, поэтому должны были сегодня сыграть так, как плей-офф, такую, наверное, где-то простую игру и в то же время с большой самоотдачей. Я считаю, у нас получилось. Вы Умарка заменили в первом, в звене легионеров. Это дополнительная ответственность какая-то, какое-то несло? Да, я не могу сказать. Я в сезоне иногда играл с ребятами, поэтому ответственность каждую игру у нас, неважно, в какой тройке ты играешь, поэтому такой какой-то особенной ответственности, наверное, не было.